В эфире телекомпании «Круг новости» с обзором наиболее интересных событий. К этому часу журналист информационной службы и я, Катерина Филиппова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске вы увидите. Первую после выборов сессию провел Одесский городской совет. Депутаты обновленного состава муниципального собрания приняли присягу. Одесская областная прокуратура расследует факты незаконного строительства и завладения земельными участками на территории города и области. На улице Торговой изуродовали легендарный пушкинский тополь. По информации Одесского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, за последние сутки в регионе зарегистрирован 861 новый случай заболевания COVID-19. Из них 306 у одесситов, 555 у жителей районов области. По данным на 24 ноября, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находится 226 пациентов с коронавирусом. Из них 143 в тяжелом состоянии. В течение двух дней правоохранители привлекли к ответственности предпринимателей за нарушение карантина выходного дня. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления национальной полиции в Одесской области. Полицейские Одесской области составили около 400 протоколов и постановлений на нарушение карантина выходного дня. Среди них торговые и финансовые учреждения, кафе, автомойки и прочие, которые проигнорировали установленные правительством ограничения относительно так называемого карантина выходного дня, а также граждане, нарушившие масочный режим в общественных зданиях и транспорте. Во время работы с гражданами правоохранители уделили основное внимание превентивной составляющей. Людям разъяснили необходимость соблюдения масочного режима, важность выполнения карантинных требований для предотвращения эпидемии и предупреждали об ответственности за их сознательное игнорирование. Сейчас работа в этом направлении продолжается. Полицейские призывают граждан ответственно отнестись к установленным ограничениям и не подвергать опасности заболевания себя и окружающих. Правил карантина для должностных лиц предусмотрен штраф от 34 до 170 тысяч гривен. А пребывание в общественных зданиях, сооружении или общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты влечет за собой наложение штрафа в размере от 170 до 255 гривен. Одесский городской совет начал работу в обновленном составе. По решению городской территориальной избирательной комиссии состоялась первая после выборов сессия. Председатель Одесской городской территориальной избирательной комиссии представила протоколы со списками новоизбранных депутатов и регистрацией нового старого городского головы. Старейший по возрасту депутат Олег Филимонов зачитал текст присяги. Я волею территориальной громады міста Одеси, обраний депутатом Одеської міської ради, присягаю дотримуватись Конституції і законів України, охороняти і відстоювати права та законні інтереси міської громади та її членів, діяти лише в інтересах міської громади, не використовувати депутатський мандат в особистих цілях, сприяти всебічному розвитку міста Одеси, підтверджувати його авторитет в Україні і в світі. Перед началом работы городской голова обратился к депутатам с деловым предложением. Я готов к конструктивному диалогу с теми, кто шел кандидатами в мэры. Были неплохие идеи. Все это обсуждать, воплощать в программы и в наши решения городского совета и воплощать в жизнь. Это обещание всем одесситам. Спорных вопросов достаточно. И мнение оппозиции действительно надо учитывать. До сегодняшнего дня в мэрии его не слышали. Как будет дальше, скоро увидим. Хамство, грубость и другие безобразия закончились. Сегодня нас объединяет, как я уже сказал, наш город. Может быть, гражданин Труханов говорил о себе и обещал вести себя хорошо. Ведь именно он едва ли не на всех сессиях хамил оппозиционным депутатам, и в том числе женщинам. Кстати, о правилах. Значительная часть народных избранников проигнорировала правила карантина. Когда одесситов не пускают в транспорт и магазины без масок, причем как раз с этого дня набирают пассажиров по количеству сидящих мест и на остановках стоят очереди, депутаты демонстративно нарушают порядок и уверены, что никакой ответственности не понесут. Штрафы у нас для простых граждан. И тут же городской голова вспомнил о проблеме коронавируса. И количество тех, кто, к сожалению, приобретает эту инфекцию, растет. Мы каждый день в стране преодолеваем очередной антирекорд.
О соблюдении масочного режима самими депутатами городской голова не сказал ни слова. В перерыве, объявленном для образования фракции, началось обычное общение. Кто в маске, а кто без. И снова никакой реакции мэра. Чего может после этого требовать наша власть от граждан? После перерыва было сообщено о регистрации депутатских фракций и их председателей. В Одессе экранировали уникальное дерево-памятник – пушкинский тополь, который растет во дворе дома номер 17 на улице Торговой. Верхушку тополя спилили, остался только его ствол и сложенные рядом дрова. В 1983 году дерево было взято под охрану государством. Теперь его верхушка спилена. От легендарного канадского тополя остался только ствол высотой 5 метров. При этом спилы ничем не смазали, и это может стоить жизни самому большому тополю в Украине. По информации коммунального предприятия Госзелентрест, никаких разрешений на подобные действия не выдавалось. Кранирование по собственной инициативе провела частная компания «Ренессанс», которая обслуживает дом. То, что вы видите, это не санитарная подрезка, а уничтожение дерево, заявил экоактивист Владислав Балинский. По его словам, дерево-памятник погибнет примерно через 3 года. При этом повреждение более трети скелетных ветвей квалифицируется как повреждение до степени остановки роста, и за это предусматривается наказание. По факту инцидента подали заявление в полицию, правоохранители уже составили соответствующий акт. Однако самому дереву и красивой одесской легенде это уже вряд ли поможет, отметил Владислав Балинский. Знаменитое дерево является ботаническим памятником природы местного значения. 200-летнее дерево высотой 50 и шириной 1.5 метра показывали туристам все гиды, которые проводят экскурсии по Одессе. Кроме почетного возраста, с ним связывают еще несколько легенд, одна из которых гласит, что дерево посадил сам Александр Сергеевич Пушкин. Одесская областная прокуратура ведет ряд уголовных производств по фактам незаконного строительства и завладения земельными участками. О ходе расследования и судебных процессов сообщили на пресс-конференции. По инициативе прокуратуры в текущем году начато 16 уголовных производств по фактам незаконного строительства на территории области и подано 14 исков. Решение суда о сносе самовольного строения пока только одно. Уголовные дела начаты по 15 захваченным земельным участкам. Всего по захватам земли общей стоимостью 1 700 000 000 гривен подано 206 исковых заявлений. 57 исков суд удовлетворил. 15 уголовных производств ведется по строительству на побережье. С метою поновлення суспільного інтересу на вільний доступ до берегової смуги обласною прокуратурою за останні 2 місяці подано 3 позови щодо усунення перешкод у розпорядженні землею прибережно-захисної смуги на 13 станції Великого Фонтану шляхом визнання незаконним і скасування рішень міської ради, визнання недійсними правоустановлюючих документів на землю та зобов'язання повернути вказані земельні ділянки в комунальну власність, на яких на теперішній час розпочато будівництво багатоквартирних житлових комплексів. Це ЖК «Ламер», ЖК «Граф у морі», ЖК «Каліпса». Підставою для звернення з позовами стало допущення Одеською міською радою порушень вимог земельного законодавства та водного щодо заборони передачі у приватну власність земельних ділянок, що знаходяться у нормативно визначених межах прибережної захисної смуги Чорного моря. Не все застройщики виконують постановлення судів о запрещенні робіт на час розгляду справ. Я хочу через вас попередити всіх наших забудовників, що в разі наявності таких рішень про заборону вчинення будівельних робіт, вони будуть продовжувати свої роботи. Я вже дав доручення всім правоохоронним органам документувати ці факти і реєструвати кримінальні провадження по невиконанню рішень судів. Поскольку строить жилые дома в 100-метровой прибрежной зоне закон запрещает, застройщики называют их апартаментами, а на деле продают квартиры. Оказалось, такая схема тоже незаконна. Для Одеси, тільки для нашого регіону, присущі поняття, як всі продають апартаменти. Хоча в ДБНах поняття апартаменти трактуються тільки в готелях, що можуть бути апартаменти. А посіму нормативні акти всі поширюються ті самі, що на будівництво готеля. Но готель не можна побудувати в прибережній смузі. Прокуратура також проводить перевірку законності оренди пляжей і розміщення там торгових об'єктів. Ми направили більше 30 зараз запитів по всій набережній, витребувати інформацію, дозвільні документи, де погоджували органи контролю на здійснення будівництва і призначали експертизи. Ви розумієте, що це не робиться за день і навіть не за місяць, поки в нас будуть результати експертиз. Але я хочу всіх вас
запевнити і через вас донести, що я ініціюю питання перед правоохоронними органами, надання оцінки має бути в першу чергу органам контролю і органам влади, які незаконно погоджують ці дозвільні документи на здійснення будівництва. Плани нового руководства обласної прокуратури довольно обширні. Такими же були і намірення всіх його предшественників. Вопрос в тому, що дозволить осуществить корумпірована бюрократична система. Ивановский мост не видел ремонта уже много лет и находится в аварийном состоянии. Как долго простоит мост в нынешнем состоянии, неизвестно никому. Одесские общественники бьют тревогу и призывают местную власть срочно обратить внимание на существующую проблему, пока не случилось непоправимое. Об этом сообщает интернет-издание «Монитор». Одесский блогер Кирилл Бондаренко обратил внимание на плачевное состояние Ивановского моста. Он заметил, что несущие бетонные элементы имеют множество огромных трещин и сколов, а металлическая арматура внутри гниет. Их внешний вид говорит о гораздо меньшей несущей прочности моста, чем было раньше. В аварийном состоянии пребывает не только опора, а и пешеходная зона, которая усеяна сквозными ямами. Еще в 2004 году специалисты заявили о необходимости капитального ремонта либо реконструкции Ивановского путепровода. То есть еще 16 лет назад было сказано о необходимости ремонта, но наши чинуши любят оттягивать все до последнего момента, пока ситуация не станет критичной. О реконструкции Ивановского моста чиновники Одесской мэрии заявляли и в 2012 году. Тогда был даже разработан проект расширения моста до 4 полос с 2 велодорожками. По словам чиновников, проект был готов, но требовал корректировки. В итоге все свелось на нет, и это лишний раз подтверждает неспособность чиновников доводить дело до конца. В 2016 году по решению горисполкома заказчиком работ по разработке проектно-сметной документации и ремонта моста было назначено Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета. В нынешнем году управление ответило, что ремонт моста проводить не планируется. В том числе не разработана даже проектная документация по его ремонту. За все это время состояние моста значительно ухудшилось, но мэрия абсолютно ничего не предпринимает в плане реконструкции и реставрации. Впрочем, и неудивительно, ведь достаточно посмотреть, в каком состоянии находится исторический центр города. Но вернемся к Ивановскому мосту. Чего ждет городское руководство? Неужели должна случиться трагедия, чтобы власти обратили внимание на уже давно существующую проблему? В Одессе правоохранители задержали похитительницу мобильных телефонов у посетителей магазинов, больниц и даже культовых сооружений. Она уроженка соседнего государства и имеет несколько судимостей за имущественные преступления. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления национальной полиции в Одесской области. Сейчас злоумышленница обоснованно подозревается в кражах телефонов стоимостью от 5 до 40 тысяч гривен у 3 женщин и 1 несовершеннолетней девочки. 2 пострадавших она обокрала в медицинских учреждениях на территории Суворовского района, еще 2 в соборе и в детском магазине в центре города. Сама женщина своей причастности к правонарушениям не отрицает. Сейчас фигурантки сообщили о подозрении. Ее проверяют на причастность к другим преступлениям. За содеянное подозреваемой грозит арест на срок от 3 до 6 месяцев или ограничение свободы на срок от 5 лет или лишение свободы на тот же срок. Наш выпуск новостей подошел к концу. Далее информация о синоптиков о погоде. А я напоминаю, что новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу krug.com.ua. Если вы стали свидетелями разносных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34-00-76. Всего доброго и до новых встреч в эфире. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей, 25 ноября в Одессе пасмурно, небольшой дождь. Ветер западный 5-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-3, днем 7-9 градусов тепла.